Не забывайте подписываться на наши YouTube и Telegram-каналы, чтобы всегда быть в курсе последних новостей шоу-бизнеса. Ссылки в описании. Приятного просмотра! Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, вновь привлекла внимание общественности после своего скандального выступления в Красноярске. Обсуждения вокруг нее нарастают, кто-то считает, что она может лечь в реабилитацию, другие же уверены, что это просто попытка привлечь к себе внимание. Мнения ее коллег разделились, некоторые осуждают певицу, другие же призывают к пониманию и прощению. Прима-балерина Анастасия Волочкова, называющая себя подругой Глюкозы, высказалась по этому поводу. «Я дружу с Наташей, но не могу поддержать артиста, который демонстрирует неуважение к своему зрителю», сказала она. Волочкова подчеркнула, что сама никогда бы не поступила подобным образом, и отметила ограничение своей профессиональной деятельности. «Я не представляю себя на пуантах в состоянии опьянения. Это невозможно, поскольку я очень ценю свое искусство. Шоу-бизнес – это одно, а балет – совершенно другое, где нельзя позволить себе выступление пьяным», добавила Анастасия. Кроме того, она не упустила возможности напомнить своим критикам, что каждый имеет право на личный выбор. Люди могут думать что угодно. «Меня тоже обвиняли в алкоголизме, но я тренируюсь по 3 часа каждый день, выступаю на больших мероприятиях. А в своем доме я делаю то, что хочу. Я уже спела, отработала, и после могу выпить бокал просекко. Есть артисты, которые считают, что могут себе позволить все, даже не выступив. В этом и есть разница», подытожила она, отметив, что с Прохором Шаляпиным они оба «святые люди» после всех пьянок на сцене.